Такие молодые актеры и такие серьезные постановки. В музыкально-драматическом театре «Городенская надея» играют по-настоящему талантливые и увлеченные ребята. Изнурительные репетиции и длинные сценарии им не помеха, ведь они играют со всей душой и любят свое дело. У нас репертуар разнообразен, и драматические спектакли, и пластические спектакли, и микс, и пластика, хореография плюс драма. Дядюшка Враг, расскажи сказку. Сказку? Да, сказку. Молодежный театр «Городенская надея» основан в 2006 году. Название он получил в честь основательницы детского театра «Городенский звоночек» Надежды Сергеевны Гордон. Именно с него и начинало большинство актеров «Гродненской надежды». Это огромный опыт, потому что, находясь в театре, ты учишься разному. Это сценическая речь, это умение общаться с людьми, это также умение импровизировать. Также в школе, когда сдают учить какие-то стихи, произведения, я с радостью откликаюсь, потому что для меня это огромная радость. И я считаю, что это очень полезно для молодежи. До этого я был в многих театральных студиях. Ну, данный коллектив мне стал как родная семья. Анна Владимировна — это как наша вторая мама, Олег Александрович — наш второй папа. Очень весело, очень душевно, тепло и очень приятно работать со всеми. С ребятами занимаются опытные педагоги по сценической речи, вокалу, хореографии и, конечно же, по актерскому мастерству. Это дает им сильную подготовку для поступления в профильное учебное заведение. В этом году двое парней блестяще справились со вступительными испытаниями, и теперь они студенты российских вузов. Голова! Я нашел новую книгу. Она, правда, немного рваная и помятая, но ведь очень интересная. Про собак. Я ее прочитал почти до конца. Про собак. А в ней еще есть столько много интересных картинок. Про собак. Про собак. Про собак. Нет. Про людей. Дмитрий Церенков еще с первых занятий в Гродненском колокольчике точно знал, что станет профессиональным актером. И вот уже он студент Санкт-Петербургского университета. Где? И без меня? В деятельности актера меня больше привлекает его роль духовного учителя для зрителя. Лично меня, так сказать, цепляет эта деятельность тем, что я могу доносить до зрителя суть тех произведений, которые мы показываем на сцене. Это могут быть как и классики,
которые, конечно же, вечны. И необходимо учить каждое поколение тем простым истинам, передавать им через нашу сценическую деятельность. Гордый! С дороги, гордый! Ты не из моей стаи! Нет! Для Даниила Каплецкого этот учебный год тоже весьма значимый. Актер поступил в театральный институт имени Бориса Щукина. В общей сложности Даниил Каплецкий актерским ремеслом занимается 10 лет. Черного раньше тоже был свой человек. Он держал его на цепи. И все время бил, и давал команды. Сесть, встать, бежать, умри. Когда я был маленьким, мне все время давали всяких принцев, всяких таких положительных персонажей. Даже вот когда была у нас недавно постановка «Волк и три поросенка», я там был волком, но его сделали положительным все равно. Ну вот как так? А вот сейчас мне наконец-то дали, я бы не сказал, что отрицательная роль, но в ней своя правда, я ее понимаю. Но донести ее не так-то и просто. Многие даже режиссеры, к которым поступают наши дети, они отмечают, что у детей очень хорошая подготовка, потому что, ну, как я говорил ранее, с детьми занимаются профессиональные педагоги, которые, ну, частичку себя отдают и вкладывают детям. И вот, ну, у нас не было года такого, чтобы участник нашего коллектива не поступил в какой-нибудь театральный институт, университет. Коллектив «Грудненской надежды» — это не просто коллеги по цеху. Это настоящая сплоченная команда, где все друзья. Я попала сюда совершенно случайно. Просто в один момент я поняла, что хочу попробовать для себя что-то новое. И решила попробовать себя именно в театральном искусстве. Приехала на первую... как бы репетицию, это я тогда еще была в бубенчиках, меня послушали и, ну, взяли, приняли, и с тех пор, вот уже получается 7 лет, я нахожусь в таком прекрасном коллективе, среди таких прекрасных людей. За 7 лет этот коллектив стал для меня большой дружной семьей, и я безумно, на самом деле, рада, что попала сюда. Актерским ремеслом я занимаюсь достаточно давно, можно сказать, с детства. Занимался сначала в коллективе драматического театра, а потом уже по взрослению решил перейти в другой коллектив. Ну и, собственно говоря, по друзьям нашел коллектив нашего Гродненского дома культуры. Ой, свои канавки! Я абсолютно случайно обнаружила появление новой коробочки. Ржавой? Ржавой? Да-да, абсолютно ржавой. С двумя маленькими дырочками. Ладно, пускай лежит. Покажи мне. Ромой! В репертуаре молодежного театра есть и благотворительные постановки. Один из последних – спектакль «Овраг». История о бродячих собаках. Как признаются актеры, во время выступления они в буквальном смысле поменялись местами с бездомными животными. Это проблема на сегодняшний день. Проблема взаимоотношений с животными и то, как к ним относятся сегодня. И когда ты сам погружаешься и пытаешься думать, как та же вот дворняжка, ты понимаешь, какие они одинокие на самом деле. Ну и для меня этот спектакль — это способность дать шанс
животным, сказать о себе людям через нас. Эй! Гордый! Я ведь давно тебя зову в свою стаю! И правда, гордый! Я сделаю тебя своей правой лапой! И, кстати, теперь твоя очередь рассказывать. Для каждого, наверное, актера в нашем театре вот это вот проблема, ну, бездомные животные, которые остались без своих хозяев, мне кажется, это каждого трогает. Не только вот именно наших зрителей, но и актеров тоже. И все прекрасно понимают, про что этот спектакль, что они делают, что говорят, что, как они играют. И, естественно, ну, для каждого это очень такой довольно важный проект, наверное, в их жизни. Новый сезон, который открыли актеры совсем недавно, 15-й. К этой дате труппа впервые планирует поставить мюзикл, и он точно будет ярким и незаурядным. Скорее сюда!